Всем привет! Сегодня у нас на обзоре набор от Masterbox, немецкая пехота на зиму 41-42 года. Артикул 35153. Схема сборки на обратной стороне, что в принципе привычно для Masterbox, для пехоты. Набор будет использоваться на окопе. Изготовление окопа я покажу в видео. Внутри находится 2 литника. Чем хорош этот набор, чем он мне понравился? Тем, что здесь очень хорошо проработана именно мимика. То есть само выражение лиц этой пехоты, оно говорит о многом. Скорее всего, буду делать этот набор на временной период после 5 декабря. Это будет отступление немецких войск. Итак, подробно по литникам посмотрим. Сама разгрузка, такая как вот сухарные сумки, планшеты, очень хорошо сделано все это, винтовки. Присутствует шов небольшой, но это не критично, это зачистится. Лица отлично выполнены, мне нравится. Шинели, складки проработаны неплохо, то есть очень даже. Пуговицы мелкие все есть, замыленность минимальная, то есть она, конечно, присутствует, так как это пластик, но она минимальна, нет каких-то прям серьезных с этим проблем. Вот лица, кстати. Отлично выполнен. Набор состоит из 5 фигур. Использовать буду, скорее всего, все 5. А там посмотрим, может быть, какую-то и уберу. Пулемет имеет неплохую детализацию, то есть довольно-таки приятно. Я не могу сказать, что набор новый, он 2011 годом датирован. Как всегда, Masterbox дает неплохую разгрузку, то есть присутствуют лопатки, противогазы, котелки. Фляги. Зачастую, вот если брать старый набор Dragon, не знаю, как свежие новинки, они не предоставляют такого большого объема разгрузки. То есть у них все это минимально, я не знаю почему. Миниард тоже не предоставляет, кстати, зачастую. Смотрим по этому литнику. Есть шов от пресс-форм. Он, конечно, незначительный, но все равно зачищать придется. На лицах, как и везде, тоже он присутствует. Как и у звезды, как у Дрэгона, как у всех. С чем я работал, по крайней мере. Облой минимальный, то есть вот что-что, а облоя я вот не вижу. Есть немного вот на питателях, но на самой детали я облоя не вижу. Очень много деталей, то есть все шинели разбиты на несколько элементов. Я не знаю, как это будет стыковаться, если честно. Но вот у звезды с этим были проблемы небольшие. Там, где я делал фольксштурм, то есть там стыковка была не особо приятная. Я думаю, здесь таких проблем не будет. Еще раз посмотрим на лица в обмотках. То есть вот лица проработаны вообще изумительно. Да и сам набор, он является таким атмосферным.
интересным, поэтому он мне и понравился. Что вот сам сюжет очень интересен. То есть мерзнущие немцы. Я не знаю, скорее всего, это отступление как раз. Это не особо похоже на наступление. Они будут у меня отступать, будут мерзнуть. Скорее всего, буду сильно их заснеживать. Может быть, даже попробую сделать имитацию метели с помощью стеклянных стенок. Но это пока в разработке, то есть. Схема окраски стандартная. Кому видео показалось полезным, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока!